С глаз долой. С этого дня на прилавке магазинов запрещено выставлять табачные изделия. Вместо этого покупателям будут по запросу предоставлять список имеющихся в продаже сигарет с указанием цен без какой-либо информации об акциях или скидках. Запрещаются вывески с указанием отделов, где продаются табачные изделия. Мы рекомендуем держать их на закрытых прилавках или за спиной продавца. Нарушителей будут штрафовать на суммы до 5000 леев, если провинилось физическое лицо, и до 15000, если юридическое. Инспекторы Национального агентства общественного здоровья устроят проверки по всей территории страны. Молдова стала 30-й в мире страной с подобными ограничениями. Правда, наши сограждане сомневаются в их эффективности. Не знаю, поможет ли это, потому что появляются новые изделия, как электронные сигареты. Может, немного поможет, но кто захочет купить, все равно купит. Считаю, что это хорошая инициатива, чтобы сокращать курящее население в нашей стране. Не думаю, что это снизит уровень курения. Я считаю, что нужно прививать молодежи желание вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и другой деятельностью, свободной от этой пагубной привычки. Я рад, что не буду видеть сигареты, но сомневаюсь, что это решит проблему.